Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И вы видите, у меня очень много абрикос, которые уже помытые, удалены косточки. И сейчас я буду из них делать несколько, конечно, рецептов. Но они одинаково должны быть или прокручены через мясорубку, или на блендере. И чтобы кожица не попадала, протереть потом еще через сито. И я уже буду показывать вам уже протертое через сито, что я буду делать. И вот наше пюре уже готово с абрикосов. Видите, какое оно однородное. Значит, я его полностью на блендере прокрутила, а потом через сито металлическое еще перетерла, чтобы шкурки все отошли. И сейчас мы будем готовить из него. Но в первую очередь я хочу приготовить живые абрикосы с медом. Значит, я, ну, примерно хоть две баночки по 300 грамм сделаю. Значит, здесь вот у меня примерно вот так делаю пюре абрикосового и мед. Мед у меня очень свежий, с акацией, и я доливаю медом еще немножко, вот так. Сейчас я хорошо перемешаю в баночки и в холодильник. И вот я уже хорошо перемешала, видите. Ну, банки у меня, конечно, стерильные, они горячие. И сейчас я буду аккуратно накладывать в банку. И вот у меня уже готово одно блюдо такое с абрикосами на зиму. Закрутила я этими крышками и буду ставить в холодильник. Будет храниться. Это абрикосы, протертые с медом. Очень полезные, много витаминов. Витаминов не вареный абрикос. Можно сделать, у кого нет меда, с сахаром. Сахар ровно половина берется. Если, например, вот здесь вот 470 грамм в баночке, значит, здесь 230 грамм сахару надо на каждую баночку растворить. Приятного аппетита и удачи вам! Оздоравливайтесь! Будьте всегда здоровы!